вот ставка Арсения Яценюка с большой вероятностью может повлечь за собой перевыборы Верховной Рады немедленные, потому что группы влияния многие будут недовольны, он все-таки цементирует, и тут причины только политические и бизнес-причины, нет причин объективных ему оставаться, но в принципе и наши американские партнеры пока еще чаша терпения не переполнена, готовы его оставить на посту. Есть, конечно, вероятность, как я говорил, там процентов 20, может быть 15, что его могут все-таки уволить, но пока эта вероятность не очень велика.